Всем привет! Меня зовут Кристина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду знакомить вас с очередной новинкой от Белита Витекс. Сейчас в моих руках вы видите пенку-соду для умывания лица из линейки Baking Soda. Объем данного продукта 200 мл и срок годности до 2025 года. Упаковка имеет очень плотную крышку и слегка голубоватый оттенок. Сам продукт идет в ее тон. Консистенция у данного средства очень плотная и густая. Можно наблюдать, что данная умывалка напоминает какое-то застывшее желе. Аромат очень легкий и достаточно приятный. На мой вкус чем-то напоминает линейку «Морской коллаген». Консистенция действительно очень плотная, но при вспенивании превращается в гель. Эта умывалка отлично убирает остатки макияжа и различные загрязнения, которые скапливаются на коже в течение дня. Расход у продукта очень экономичный, и для умывания хватает совсем небольшой горошинки. В первую очередь после использования мне понравилось то, что данная пенка соды абсолютно не пересушила мою кожу. Не появилось никаких раздражений, никаких шелушений и никаких неприятных ощущений. Теперь из этой линейки мне очень хочется прикупить тоник и скраб-соду. Также понравилось то, что цены в интернет-магазинах соответствуют ценам реальных магазинов. Поэтому данный продукт я смело могу вам посоветовать. Классная умывалка за копейки.